вышли из Венешин. Держим путь дальше. Дальше Мираж. И дальше Caesar Palace вроде бы будет. В общем, ходим, гуляем. Но, как ни странно, отели открыты, внутрь зайти можно. Посмотреть вокруг туалет. Ну, конечно, ничего не работает, там кафешки. Но, по крайней мере, посмотреть, как внутри, можно. То есть, как бы хотя бы с этим повезло. Вот. Ну, люди все равно ходят, людям интересно. И так же и нам. В общем... А, вот это Таур, смотри. А я даже не знала, что там есть такой Таур. Там кусок. Ага, я видела. Вот этот Таур тоже экскурсии есть. Прикинь, прикольно. А вон, Caesar Palace. Ну здорово, очень красивый город, очень, конечно, красивый. Не представляется, как здесь, когда много людей, когда все работает, его музыка везде играет, все эти автомашины, ну, эти слот-машины, очень завораживает, конечно. Обязательно вернемся, обязательно. Роме очень даже нравится. Вот. В общем, гуляем, бродим по городу. Ну, наверное, уже половину почти всего, что можно было. Типа, не так все далеко находится, как кажется. По карте говорит одно, но мы, может, достаточно быстро ходим, либо потому что нет людей так много. И, в принципе, все достойненько. Ходить, на самом деле, не так много, даже как в Нью-Йорке. Поменьше. И приятнее намного, потому что чище. Конечно, есть бомжи, но где их нет? Вот. Но очень классно. Я уверена, что когда все магазинчики открыты, я бы заходила в каждую дверь. А так просто... Да, поэтому надо неделя. Ну, очень клево. Мне очень нравится. Какой-то нереальный город. Смесь всего.